Этим ребятам недавно исполнилось 14 лет, а значит, пришло время получить самый главный документ – свой первый паспорт. Теперь уже полноправный гражданин Российской Федерации Глеб Казанцев пришел получать в администрацию округа. Вручение в торжественной обстановке, говорит юноша, это хороший знак, ведь на будущее у него большие планы. Я работать хочу пойти. Вот это у меня задание будет сейчас. Вот лето закончится, у меня учеба будет и работать по выходным хочу. Чтобы у меня было все хорошо. Поддержать Глеба пришла его мама Елена. Звонили, предложили, сказали, выборочно выбирают, приглашают. Если вы согласны, приходите. 8 юным жителям муниципалитета первый паспорт вручила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Вот такой день он раз в жизни. Вот ты был ребенком, и вдруг сейчас пройдет несколько минут, вы получите в руки документ, который дает вам право с честью и гордостью говорить о том, что вы гражданин великой страны. Ольга Коваленко – творческая личность. Девочка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Сейчас занимается в театральной студии. Мечтает стать профессиональной актрисой. Радость, что я наконец-то паспорт получила. Теперь я буду ответственна не только за себя, но и за жизни окружающих. И буду пытаться все делать правильно. Я поддерживаю все ее начинания. И надеюсь, что наша семья вдохновляет ее на творческий путь. Мама и папа ребят в этот день вспоминали, как сами получали свой первый паспорт. Это было так давно, 16 лет мы тогда еще получали. Ходили мы, конечно, сами, без родителей. Раньше как-то не так было. То, что надо с детьми, 14 лет, это у нас маленькие, конечно. Но мы сами ходили, мы сами получали. И документы сдавали сами. Торжественное вручение паспортов в муниципалитете стало уже доброй традицией. Ведь для ребят этот день превращается в настоящий праздник, который запомнится надолго. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.